Дубай является одним из самых быстро растущих городов в мире. Прекрасная погода, сияющие небоскребы и развитые технологии привлекают сюда миллионы туристов со всего света. Здесь находятся одни из самых шикарных отелей в мире, множество крупнейших торговых центров, и кажется, что его жители просто утопают в роскоши. Еще в 1960-х годах здесь была пустыня с несколькими строениями, а сейчас это самый густонаселенный город с развитой инфраструктурой и настоящий оазис в пустыне, стремительно выросший после того, как там обнаружили нефть. Он быстро стал одним из самых современных мегаполисов мира, и он действительно впечатляет. Дубай расположен на побережье Персидского залива, на юге он граничит с другим эмиратом Абу-Даби. Дубай – это один из 7 Объединенных Арабских Эмиратов. Население около 3,5 миллионов человек. Управляет эмиратом эмир Дубая шейх Мухаммад ибн Рашид Аль-Мактум. Кстати, в апреле 2019 года вместе с детьми от шейха сбежала одна из его жен, принцесса Хая, сестра нынешнего короля Иордании Абдаллы II. Она попросила политическое убежище в Лондоне и наняла себе большую охрану, чтобы люди шейха не смогли ее схватить. Хорошо, что догадалась вовремя не просто сбежать, но и прихватить с собой 38 миллионов долларов на охрану и услуги адвокатов. В 2021 году они развелись. Этот процесс завершился в высоком суде Лондона, как один из крупнейших в истории бракоразводных процессов. Беглая 47-летняя принцесса выиграла дело, получив после развода более 700 миллионов долларов компенсации. Суд также определил, что эмир Дубая ежегодно станет выплачивать каждому ребенку по 6 миллионов евро на содержание. Зажиточные люди Дубая часто демонстрируют свое богатство, публикуя фотографии личных самолетов или спортивных автомобилей в социальных сетях. Еще одним символом статуса у многих также стали экзотические животные, такие как гепарды, тигры и львы. Многие регулярно публикуют фотографии и видео того, как они сражаются с хищниками. Из всех кошачьих самым популярным является гепард, которого нередко можно увидеть сидящим на переднем сиденье роскошного автомобиля, его хозяина. В городе везде есть кондиционеры. Из-за невыносимой жары и высокой влажности кондиционеры в Дубае являются необходимостью и находятся везде, включая улицы. Даже автобусные остановки в Дубае закрыты и оснащены кондиционерами. Полицейские в Дубае ездят на автомобилях Ferrari, Lamborghini и Bentley. Более 80% населения Дубая – трудовые иммигранты. Коренные жители города работают редко. И в таких случаях трудятся только на высокооплачиваемых постах, где-нибудь в государственных структурах или крупных корпорациях. И каждый пятый гражданин Объединенных Арабских Эмиратов – миллионер. На свадьбу правительство дарит молодоженам 100 тысяч долларов. А при рождении каждого ребенка женщина выплачивается 20 тысяч долларов и вдобавок выделяется участок земли. Образование в любых университетах мира своим гражданам полностью оплачивает государство. В Дубае есть автоматы, которые продают золотые слитки, так же как обычно они продают напитки и шоколадки. Благодаря получению прибыли от экспорта нефти в Дубае значительно улучшилась транспортная сеть. Сегодня Арабские Эмираты могут похвастаться идеально ровными автомобильными дорогами, современными международными аэропортами и морскими портами. Комфортные условия для ведения бизнеса привлекают инвесторов со всего мира. Огромные инвестиции вкладываются в сферу строительства и туризма. Дубай славится шикарными отелями, ресторанами, торговыми центрами. Торговый центр Дубай Молл, оцениваемый в несколько миллиардов долларов, самый большой молл в мире. Его площадь составляет примерно 465 тысяч квадратных метров. Здесь работает свыше 1200 магазинов. Ежегодно здесь бывает не меньше 54 миллионов посетителей. Гигантский торговый центр располагает бесчисленным количеством развлекательных площадок, включая кинотеатр, аквариум с 300 видами морских обитателей, 120 ресторанов и кафе, а также роскошный отель на 250 номеров для туристов, которые приехали в Дубай именно на шопинг.
Ежегодно Дубай посещает более 14 миллионов туристов. Все хотят увидеть высочайший небоскреб мира Бурдж-Халифа, полицию на машинах за миллион долларов и горнолыжный курорт в пустыне. А многие люди хотят не только увидеть, но и остаться там жить. Дубай занимает 6-е место в мире по численности иммигрантов. Также Дубай стал первым эмиратом, в котором есть Министерство счастья. Местные власти посчитали, что счастье должно быть целью, а не просто желанием. Поэтому все усилия должны быть направлены на создание среды, в которой каждый будет чувствовать себя уверенно и комфортно. В Арабских Эмиратах есть парк счастья, на территории которого расположены спортивные, развлекательные и образовательные площадки. В Дубае имеются отличные пляжи с белоснежным песком. Пляжи эти находятся в теплом Персидском заливе, чьи бирюзовые воды превращают регион в настоящий тропический курорт. Песок экспортируют из Африки. Искусственный остров Пальма-Джумейра давно стал таким же символом Дубая, как и его знаменитые небоскребы, фонтаны, аквапарки и горнолыжные курорты посреди жаркой пустыни. На острове огромное количество роскошных частных вилл, гостиниц, небоскребов, торговых и развлекательных центров, парков и пляжных клубов. Также главной достопримечательностью Дубая является Бурдж-Халифа, рекордно высокий небоскреб, вершина мира, 828-метровая дубайская башня с двумя смотровыми площадками. Одним из самых популярных видов спорта в Объединенных Арабских Эмиратах являются гонки на верблюдах. Этот вид спорта считается исключительно традиционным, и его наряду с соколиной охотой очень любят шейхи. Верблюжьи бега в Дубае собирают зрителей со всех эмиратов. В 2017 году власти Дубая объявили, что в городе появится общественное летающее такси. По задумке, пассажиры смогут самостоятельно вводить пункт назначения своей поездки еще на земле, а затем подниматься на высоту до целых 300 метров над землей и летать на скорости до 96 км в час. Новый вид транспорта поможет решить проблему дорожных пробок. Также Объединенные Арабские Эмираты рассказали грандиозные планы по реализации еще одного мегапроекта – построить подводную железную дорогу из Эмирата в Индию. Помимо пассажиров, подводные поезда будут перевозить товары и свежую воду из Индии в Эмираты, а в Индию поставлять нефть. Если проект реализуют, пассажирам предстоит захватывающее путешествие длиной в 2000 км на головокружительной скорости в 1000 км в час, и все это под водой в океане. Дубай всего за пару десятилетий сумел стать одним из самых крутых городов планеты. Арабские Эмираты притягивают своей неповторимостью, загадочностью и таинственностью. Туристов восхищает и удивляет экзотическая кухня, тщательно соблюдаемые традиции и, конечно, национальные развлечения. И если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, какие еще видеообзоры вы бы хотели видеть на этом канале. Всем большое спасибо за просмотр, всем всего хорошего и до скорых встреч! Thank you.